Всем привет, друзья! Привет из Геленджика! Мы на канале Планета Земля, и с вами Татьяна Панова. Сегодня у нас 1 ноября. Мы возвращаемся с нашей экскурсии. В предыдущем видео я вам показывала, что наша экскурсия была на водопады, дольмены и реку Жанне. И в эту же экскурсию входит набережная Геленджика. Группа сейчас разбежалась, кто пошел покупать чебуреки, кто гуляет по набережной, потому что здесь очень интересный песок, он после дождя становится таким красным, необычным. Я вам сейчас его покажу. Ну вот я тоже очень промокла, но у нас всего 45 минут, так решили в группе. Обычно дается 2 часа на такую прогулку, но сегодня его дали 45 минут, потому что очень холодно, и все замерзли и промокли. Вот я сейчас пришла на набережную. Сам город расположен, знаете, такой подковой, и протяженность вот этого красивого, необычного пляжа и вот этой набережной почти 14 километров. Я нахожусь в центральной части, ориентиром центрального пляжа и центральной набережной, памятник Белой Невесте. Геленджик в переводе «Белая невеста». Я о Геленджике снимала уже несколько видео в разное время года. Вот в ноябре я снимаю первый раз. Посмотрите, какой здесь песок. Он такой с красноватым оттенком, и он не такой, как у нас в Анапе. Сейчас расскажу, почему. Как курорт Геленджик стал в 1900 году, были первые постройки. Здесь, в Геленджике, первого санатория. И песок, вот этот вот, весь доставался из моря, в Болгарии. И из моря доставался песок, и по всему вот этому пляжу, вот за моей спиной вы видите. И дальше этот песок раскидывался. Это исторические документы. И сегодня же это нам рассказала экскурсовод. Поэтому здесь вот необычный такой песок. Он не такой, как у нас в Анапе. Здесь пляжи похожи, наверное, на азовские пляжи. Протяженность набережной 14 километров. Вот я нахожусь в центральной части. Есть северная и южная. Вот видите, он как подковка. И вот я направила сейчас вот эту камеру. И вот эта подковка как будто вот имеет проход туда, к морю. Вот такая вот бухточка. Ну а сейчас мы прогуляемся с вами к памятнику невесты. Вот я продолжаю идти к памятнику невесты. Работает чайхана. Сегодня воскресенье, 1 ноября. Людей очень много. Ну вот в кафешках мало народу, а вот гуляет, смотрите, очень много людей. Музыка играет. Очень красивая набережная. Очень уютная, можно вот так вот гулять, гулять, гулять по набережной. Вот в одном из видео я показывала каретный дворик. Мне очень нравятся вот эти вот мужички. Смотрите, с хинкали. Ух, красавчик. Ну, а я направляюсь к Белой невесте. Покажу вам сейчас Белую невесту. Первого ноября. Смотрите, какие красивые деревца и цветочки цветут.
Ну, а мне вот сюда вот налево, где написано Burger King. Я подошла уже в самый центр. Вот написано торговый центр Геленджик. А вот с левой стороны Невеста. Центральный причал. Можно купить экскурсионный билетик и по морю, в открытое море на часик отдохнуть. Но я вот вам говорила, что как город-курорт Геленджик стал вот с 1900, там, не помню какого года, но вот только в то время он получил статус. До этого он был просто маленький городок. У него тоже очень богатая история. Кому интересно, я под эти видео оставлю, там у меня несколько видео про горы, про Геленджик, про пригород. Можно будет вам полистать, посмотреть. Сюда можно доехать из Анапы на простом автобусе, вот как я делала летом. Захотелось куда-то поехать, перезагрузка, должна какая-то человеку быть. Вот села, поехала на обычном транспорте. Приехала в Геленджик, отдохнула, погуляла и вернулась домой. Вот это вот и есть центр набережной. Как я уже сказала, что город расположен как подковка, то он весь идет вот туда вверх, вот с правой стороны, с левой стороны. Вот с левой стороны у нас на выезде, это уже дорога на Анапу, туда канатная дорога будет. И город расположен вот так вот вверх, туда вверх. Музыка играет. Видно, что прошел дождь, но мы промокли. Посмотрите мое предыдущее видео. Мы поднимались в горы, не было дождя. А когда уже с кафе Афродиты запланировали спуск, это было что-то. Но остались такие приятные воспоминания. Мне набережная очень нравится в Геленджике. Сегодня воскресенье. Очень много с детками гуляют. Вот сейчас я подхожу все ближе и ближе, поднимаю вот вверх. Вот видите, где гора написана? Геленджик. Вот, видите? Вот, это гора. Вот. И там канатная дорога.
и сафари-парк. Вот сейчас я прохожу еще один кусочек нашей набережной Геленджика. Посмотрите, цветочки цветут. Очень красиво, очень уютно. И такой небольшой парк. Сквер города Хильдельхайма, Германия, город побратим. Очень красиво, скажите, друзья, очень красиво, очень миленько, уютно, чисто, мне очень здесь нравится. Вот так просто погулять, побродить. Летом здесь аромат роз очень много цветет со всех сторон, арочки с розами вьющиеся, кустовые. Даже сейчас вот мы видим, смотрите, розы, 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 какие-то цвели, какие-то только цветут. Вот, смотрите, с этой стороны розы, 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 цветочки, каны. Вот эти подсветочки какие-то, такие необычные, вечером мигают. Можно зайти в столовую, посмотреть, какие цены. Увидела сейчас столовую. Зайду сейчас в столовую. Горячий чай. Хочу, выпили мы чай, кофе, съели все. Когда холодно, хочется постоянно кушать. Вот смотрите, как хорошо видно, друзья, на горе сейчас. Видите? Геленджик написано. Вот один маршрут из многих. Сегодня я вам показываю. Можно поехать в воскресенье. Есть у нас еще из Анапы выходного дня. Это и пятница, и суббота, и воскресенье. То есть, если вы приехали в Анапу и запланировали поехать посмотреть Краснодарский край, вы спокойно подходите. Я вам показывала, какие будочки у нас экскурсионные. Выбирайте себе маршрут и поехали. Вот как сегодня сделала я. В прошлом видео я вам рассказывала и показывала. У нас в городе их очень много в Анапе. Ну, а сейчас я зайду в столовую, если я смогу, там поснимаю, посмотрю, какие цены. Ну, цен тут не видно. Надо сейчас подойти поближе. Ассортимент. Ну, стакан чая 30 рублей, напиток 25. Там вот вверху. Она плохо видно. Вот такая вот уютненькая столовая. Он сказал, надо подойти и спрашивать, потому что не все есть в столовой. Такой вот аквариум. Ну, а я выхожу. Хотела зайти в столовую, посмотрела, а мне уже обратно идти надо. Хотела горячий чай выпить. Вот я вам показала такую столовую. Цены нормальные, ну, очень далеко. Надо поближе подойти, посмотреть. Но на кассе сказали
Смотрите, вот какой ассортимент есть. Вот на сегодняшний день выбор такой. Ну, летом я понимаю, что, конечно, будет побольше ассортимент. Ну, а я возвращаюсь к своему автобусу. Вот эта центральная часть у невесты фотографируется. И мы едем сейчас на дегустацию вин. Вот на набережной поставили вот такую фотобудку. Вот, смотрите, 100 рублей. Сейчас девушка внесет карточкой. Моментальное фото. Подождем ее. Оплата идет. Ну, там мы на берегу Геленджика. Так, выбираете фото, да? Да. Так, выбирает фото. Вот, вот. Цветное делает. Далее. И вот она. Видите? Вот она. Встала? А вот сейчас будет у нас, да, нравится или нет, неинтересно. Несколько фотографий. Красиво, да? Да, классно. Угу. Может, давай переснем? У нее телефон-то. Смотрите, в объектив написано. Как крылья. Здорово. О, вот это классная фотка. Там дядька какой-то, да? Давай еще. Ну, в общем, бесконечно можно стоять и позировать. Так. Давай еще. И потом выходит фотография, да? Да. Мы дождемся, я хочу дождаться. Снимай, печатай. Нет! А, тут несколько штук можно. Еще, да, нравится. А, потом, смотрите, в общем, она делает позу, фотографирует, написано, нравится или нет. Она нажимает «нравится». Потом дается другая попытка, нравится или нет. И из пяти она должна выбрать одну фотографию. Эта фотография будет распечатана, стоит она 100 рублей. Сухой не давали, даже не знала, что будет.